После того, как Гаар Аветисян сделала пластику у хирурга Тимура Хайдарова, она столкнулась с трудностями. Раны не только не заживали так быстро, как ей хотелось, но и могли привести к страшному исходу. Мейкапер показала, как ее тело выглядит после долгой борьбы за красоту и здоровье. Выписавшись из клиники, Гаар продолжила следовать рекомендациям врача. «Уже в обед и вечером вообще не позволяю себе такого. Стараюсь придерживаться принципов правильного питания. Как только мне станет лучше, я продолжу систему по протоколу, чтобы у меня ушли отеки. Буквально недельки две перед Новым годом буду усиленно держаться», – писала она. Однако бизнесвумен делилась опасениями по поводу своего здоровья, публикуя кадры не для слабонервных, как сочатся ее раны. Позже она показывала, как проходит ее восстановление. «Мои шрамики передают вам привет. Со временем они станут почти незаметные», – отмечала звезда сети, стараясь оставаться позитивной. На днях мейкапер рассказала, что пытается полюбить себя, несмотря на шрамы. Правда, она не стала винить врача. «Все мы несовершенны, это нормально», — добавила она. Хайдаров замечал, как его критикуют подписчики Аветисян. Свое мнение высказывали и специалисты. Он напоминал, что работа над телом Гаар оказалась тяжелой. Звездный хирург также говорил, что никто не застрахован от подобного. Процесс длительный. Поэтому операций было несколько. Где-то на втором этапе мы столкнулись с осложнениями, которые вполне возможны в медицинской практике, уверял он.